бред. Никакого кризиса журналистики нет. Это одна из самых свободных на сегодняшний день партий, так скажем. Журналисты тоже такая партия, как бы. Это как раз наоборот, та когорта людей, которая говорит, о чем хочет, пишет, о чем хочет, показывает нам, что хочет она, понимаете? И не всегда нас слушает и власть, я так скажу, потому что проходят у нас и в интернете такие кадры, которые политика, любая политика любой страны запретила бы, а журналисты все-таки пропускают в эфир это. Так что, наоборот, у этих людей свобода больше, чем у обычного гражданина.